Как вы себя чувствуете? На посту неплохо. Жительница Ленинского городского округа Эмма Шкурина соблюдала все меры предосторожности, не предполагает, где могла заразиться коронавирусом. Тем более она сама медик, работает фельдшером-лаборантом. Почувствовала 26 числа небольшое недомогание, температура поднялась. Поднималась сначала до 37,4, потом 38. Но уже 2 числа 38,5 вызвала скорую. Ну и как бы так не очень-то понимала всей серьезности положения. Привезли сюда, сделали КТ. КТ-2, поражение 30%. И положили. И также сначала как бы только была температура. Ну а 7 числа кислород. После поступления в стационар Видновской районной клинической больницы 52-летняя женщина 10 дней находилась на кислородной поддержке. Течение болезни осложнялось наличием у пациентки хронического аутоиммунного заболевания. Но благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать ее состояние. Настрой пациента 50% успеха. Когда пациент верит в то, что он выздоровеет, старается и делает все, что мы говорим, может быть, что-то даже сверх того, большая вероятность того, что исход будет благоприятным. Сейчас пациентка идет на поправку, занимается дыхательной гимнастикой. Я им всем благодарна. Врачам. Мария Игоревна подходила, постоянно поддерживала. Врач лечащий Светлана Якубовна. Все остальные врачи, все. И все медики и средний медперсонал. Все поддерживали, все помогали. В Ленинском городском округе по-прежнему наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю было зарегистрировано 566 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В стационар инфекционного корпуса в РКБ поступило около 300 пациентов. Из них 82 – жители муниципалитета. Выписано после выздоровления 289 человек. Наталья Буслаева, Елена Кошелева, Видное ТВ.